Сегодня я хочу вам показать, как волки реагируют на то, когда я их зову. То есть, если я отпускаю куда-нибудь далеко и начинаю выйти, они обязательно прибегают. Волки находятся сейчас вон на той территории, вольер возле здания. Я сейчас отсюда начну их звать. И вы услышите, как они отвечают. То есть вот этот вот вой, то типа того, как вожак вызывает их на подчинение, то есть заставляет подойти, вызывает их, в общем, короче говоря, на подчинение. И потом также есть другой вой, которым я их успокаиваю, так волчица воет, чтобы волчата не выдавали, затихали и не выдавали логово, когда она подходит именно к логову близко, то есть еду несет или еще что-то, волчата начинает подтявкивать и могут выдать место логова. И прежде чем подойти к логову, волчица воет, тихонько успокаивает. В общем, пока камеру не сожрали, мне нужно выйти. Слышите? А камера дальше там пытается снять все это дело. Ну, она не воет. Сёма воет, волчица воет. Слышно, да? Сейчас я их буду успокаивать, чтобы так, как будто бы подходит волчица и заставляет их замолчать. Они сейчас замолкнут.